армянское лобби продолжает усердствовать в вопросе предъявления территориальных претензий к соседям. В сети широкий резонанс получило видео, в котором армяне обнажают всю свою захватническую сущность. Говорящие на словах в кавычках о дружбе с Россией армяне в действительности держат за пазухой нож, чтобы в удобный момент нанести удар в спину. Так, некий армянин, проживающий в Сочи, отвечая на вопросы российских журналистов, рьяно бросился доказывать, что армяне являются самыми древними коренными поселенцами Сочи и имеют особые права на этот курортный российский город. Изюминкой на торте стала фраза о том, что русские понаехали в Сочи и пытаются устроить в российском городе свои порядки. А почему, кстати, местные не любят, чтобы Кубань называли? С любой сочинцем спрашивай Кубань. Кубань – это кубанцы. Кубань – это вот туда, Краснодар, где вот соединяется с Украиной. Вот кубанцы, которые шокают. Шок. А это местные здесь армяне, грузины, адыги, шапсуги, лазычане, абазы, абхазы – это их родины. Живут. А вы понаехали здесь, и всех мне говорите, вот это русская земля, мы россияне. О реальных планах армян на юг России мы писали и предупреждали ранее. Армяне в свое время начинали раскачивать азербайджанский Карабах точно такими же методами. Если сегодня армяне говорят о понаехавших русских, то завтра армянское лобби потребует автономию, а послезавтра и вовсе могут пойти разговоры о самоопределении армян на юге России.